Екатеринбургский рэпер Роман Джанари, регулярно дающий уличные концерты в центре города, рассказал Тау о конфликте между музыкантами его группы и местными жителями, произошедшем в минувшие праздники. 8 мая Джанари и его друзья около 8 часов вечера установили свою аппаратуру и легковой автомобиль с мощной аудиосистемой возле дома Севастьянова на Плотинке и вскоре собрали вокруг себя добрую сотню молодых меломанов. Однако в какой-то момент звук в автомобиле умолк. Как оказалось, его выключил мужчина, севший за руль автомобиля. Из машины вышел? Я выйду. Тихо, он за руль. Выйди. Выйди из машины, выскакивай отсюда. Пойдем, милицию не будем. Сейчас милицию вызовем, все. Сейчас милицию. Если я нажрался, то с вами не нормально. Выше не подходи ко мне. Может, стой там. Вы видели, господа? Что это такое? Сначала музыкантам показалось, что они стали объектом нездорового внимания какого-то пьяного прохожего, но вскоре выяснилось, что басы, издаваемые мощными динамиками, портят жизнь обитателям жилых домов на набережной рабочей молодежи, расположенной в 300 метрах от импровизированной концертной площадки. Нет, у нас окна трясутся. Я понял вас. У нас ребенок не спит. Но это решается по-другому. Но как? Как? Это дожидается, когда заканчивается трек. Вы подходите, и мы спокойно идем к вам на уступки. Просим, пожалуйста. А вы подходите в чужую тачку и вырубаете там звук. Зачем вы это делаете? Просим, пожалуйста, уменьшите низы. Уменьшите, пожалуйста. Треки у вас очень длинные. Да. Их переждать очень сложно. А почему паузу нельзя дождаться? Паузу, хотя бы между треками, паузу, чтобы закончить дальше. Вы приходите, прерываете музыку. Почему у вас голова вообще сама по себе не понимает? Там живут люди. Они не могут спать, они не могут жить. Вы включаете Хорошо, музыку, господа, у нас трясутся окна. Давайте мы сейчас закончим треком, попрощаемся с толпой, да. И все. Давайте. В разговоре с Тау Роман согласился, что его музыка действительно может мешать местным жителям, но формально закон, по его словам, он не нарушает. Все уличные выступления его коллектива заканчиваются до 11 вечера, а если недовольные считают иначе, то пусть вызывают полицию. Впрочем, чуть позже так и произошло. С полицией Роман Джанари предпочитает не конфликтовать. 6 лет назад он был задержан с 300 грамма запрещенной курительной смеси, за что угодил в колонию на 2 года. Впрочем, и там свое любимое музицирование он не бросил и с удовольствием принимал участие в концертах тюремной самодеятельности. Правда, тогда его рэп звучал значительно тише. Никогда не кричал этих слов, тем самым не хотел их обесценить, я закрывал души на засов, но теперь хочу быть в себе. За примерное поведение и активное участие в жизни колонии Романа Джанари отпустили на свободу на 3 месяца раньше, и с тех пор он старается законов не нарушать. Хотя имидж рэпера и обязывает его дерзить полицейским. Такое быть примером, я кидаю, Господь, зеркало, но тут как тут не ставка, ты поди, скорее, не губ момент.